Сегодня самой известной чувашской актрисе Вере Кузьминой исполнилось 95 лет. В эти минуты в Чувашском драматическом театре проходит юбилейный вечер, где вспоминают самые яркие образы, созданные ею за 70 лет. Уроженка чувашской деревни Вера Кузьмина – одна из первых актрис, получивших высшее профессиональное образование в Государственном институте театрального искусства. Окончив студию в 1947 году, она дебютировала на сцене Чувашского драмтеатра сразу в трех спектаклях и с тех пор хранит верность этим подмосткам, расставаясь с ними разве что на время гастролей. За 70 лет она создала более 100 запоминающихся образов в спектаклях по пьесам чувашских, советских и зарубежных авторов. Из огромного числа ролей можно выделить матерей из спектаклей «Черный хлеб» Эльбекова, «Кровавая свадьба» Гарсия Лорки, «Нарспи» Константина Иванова. И уж, конечно, именно она воплотила образ чувашской матери. Многие годы Вера Кузьминична была женой и музой выдающегося чувашского поэта Петра Хузангая. Творческая натура, она знала, как важно для него вдохновение и что для этого необходимо. В литературном музее до сих пор хранятся занавеси, которые Вера Кузьмина собственноручно вышила для рабочего кабинета Хузангая. Я канву пришила, и все для балкона шторы вышила. Это широкий такой, точно такой же цвет, серый, бордовый, все. И все это пришлось мне вышивать. И кабинет Хузангая и очень красиво выглядело. В начале Великой Отечественной войны 18-летняя Вера Кузьмина отправилась в Смоленскую область на лесозаготовки, а в мирное время руководила Союзом театральных деятелей в Чебоксарах, участвовала во всех культурных событиях, много ездила с гастролями. Она кавалер множества наград, в том числе и лауреат самой престижной премии «Золотая маска». Но самое главное, она наша незыблемая вера в то, что театральное искусство вечно. Мерзе мирце выраще, и стерзе осхал войне. Книга шизем шураще, чавашсеньку не жильне. Тингерет пармалала, кайрине дехаль куратпар. Манан шухушам бала, и пер пулна, пур пулатпар.